Еще одно распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации. Борис Грызлов назначен полномочным представителем президента России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. Борису Грызлову 65 лет, он был министром внутренних дел, депутатом Госдумы, избран председателем Высшего совета партии «Единая Россия». В 4-м и 5-м созывах Нижней палаты парламента был ее спикером. Грызлов уже много лет постоянно член Совета Безопасности России. И вот теперь еще и полпред президента в контактной группе по Украине. Как ожидается, следующее заседание контактной группы, видимо, уже с участием Бориса Грызлова, состоится 13 января.